Уважаемые друзья, Барлык Мингазиев и Мухтар Кабулович здесь очень четко сказали, правильно говорят. Хотел бы прокомментировать срочные экономические решения временного правительства. Это 5 миллионов тенге на победном митинге каждому участнику победного митинга. 25 миллионов тенге всем членам ячеек, которые будут выходить на этот победный митинг, расклеивать листовки, организовывать весь этот процесс, протест. Плюс 25 миллионов тенге сотрудникам силовых органов, перешедших на сторону народа публично со своими счетами, оружием. Плюс списание всех потребительских кредитов, списание ипотечных займов на жилье до 30 миллионов тенге. Все эти программы вполне реализуемы, и в нашей стране средств достаточно. Это 90 миллиардов долларов национальные резервы, 200 миллиардов долларов конфискованные имущества. Мы можем построить крутую страну и решить все проблемы. Только 20 ноября не нужно выходить на выборы, нужно выходить на массовые митинги во всех регионах. Это перед акиматами с 12 до 14 митинг. В 14 заходим в акиматы и берем власть в свои руки. А в Астане, в Алматы и в Шымкенте, в Астане с 12 по 14 митинг у дворца перед дворцом Жастар. 14 заходим в здание акимата. В Алматы с 12 по 14.00 митинги на Старой площади, а в 14 заходим в акимат. Находится на Аблайхана Дугимбай Батыра. А в Шымкенте, уважаемые друзья, мы собираемся с 12 до 14 перед акиматом Нурсат, микрорайон, и митинг. Приветствую. Саламатсызба. Саламатсызба.